Здравствуйте, Людмила. Очень рада, да, мы тоже рады вас видеть, потому что политики всегда нам каждый день, да, подкидываются новые, вот новые темы. Вот политики надоедают, да, иногда хочется их покритиковать, да. По-моему, у нас сейчас наше политологическое сообщество только этим и занимается. Занимается. Тогда не стоит их сильно критиковать. А вы знаете, нет, я не к этому вас призываю. Я призываю вас к откровенным, честным и интересным ответам. Ну, будем стараться быть честными. Нас мама в детстве учила быть честными. Ловлю вас на слове. Знаете, беседу нашу начну с вашей цитаты, которую вы совсем недавно в одном интервью, собственно говоря, употребили. Вы сказали так. Естественно, что это не бунт. Наверняка это пока еще не революция. Но если можно выразиться словами классика, то это своеобразная предреволюционная ситуация. Потому что главное в предреволюционной – это то, что верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому. Вы сказали это, по-моему, 11 февраля. Вы настаиваете на такой формулировке? Ну, наверное, да. Потому что с 11 февраля принципиально ничего не изменилось. Хотя еще у нас не революционная ситуация. Да, вы ее предреволюционная. Да, а вот именно предреволюционная. Настроение масс, наверное, революционное. Но настроение верхов еще не настолько панические, чтобы говорить о том, что они вообще не могут. Они думают, что они все-таки еще могут управлять, понимаете? Угу. Вот все-таки революционная ситуация – это когда верхи не могут уже по-старому. И они понимают, что не могут. Начинается метание. У нас пока еще, вот по крайней мере, последние несколько недель ситуация несколько стабилизировалась. Но настроения людей не изменились. Они все-таки очень решительны. И простые люди не хотят видеть вот эту власть. Они хотят ее поменять. Ну вот вы сказали «пока». Вот ключевое здесь слово здесь. Вот, «пока еще не революция». То есть я почему так вот точно вас... не революция. Вы знаете, даже не революционная ситуация, потому что да. Революционная ситуация предусматривает три признака. Так. У нас они все-таки отсутствуют. У нас есть что-то от первого признака, когда массы не хотят жить по-старому, это однозначно. Вот здесь вот мы накануне революции. Так. Что касается верхов, я уже говорил, они считают, они думают, что они еще могут. Хотя массы уверены, что они не могут. По крайней мере, никакого доверия к верхам. И вы знаете, я вот когда говорю об этом, я не имею в виду соцопросы. Хотя все соцопросы, разные, в общем-то, службы дают примерно одни и те же показатели. В районе 90% людей не верят нынешним властям. Считают, что они движутся в неправильном направлении. И вообще, в принципе, так. им не доверяют. Угу. Но, видите ли, мы же общаемся с людьми. У меня и работа такая, я работаю с молодежью в ВУЗе. Угу. И потом, я вообще-то по природе человек общительный, как и вы. Я общаюсь со своими соседями, со своими друзьями очень интенсивно. Просто иногда с незнакомыми людьми. Я вообще не слышал у кого-нибудь хорошее слово за последние уже несколько лет, ну не говоря уже вот о последнем годе, о нашей власти. Понимаете, все не доверяют. И правые, и левые, и те, кто за них голосовал, сейчас себя проклинают за то, что за них голосовали. И это касается и центральных властей, и городских властей. То есть в этом плане власти думают, что они могут управлять. На самом деле в условиях тотального недоверия к ним они не понимают, что они не могут. Вот когда наступит понимание, что они не могут, вот тогда будет уже революционная ситуация. Ну и кроме того, вы знаете, революционная ситуация предполагает определенную революционную силу, конечно, у нас таковой нету. Движущая сила, говорят, революции, да, которая бы повела за собой широкие протестующие массы. Ну, наверное, вот такой единой команды, за которой пошло бы большинство населения, у нас все-таки нет. Это имеет значение. Я хочу уточнить. Вот сейчас я слушала вас, у вас сейчас больше говорил историк, и это было правильно. Наверное, потому так. что, да, вопрос был, собственно говоря, таким. Вот сейчас я хочу услышать не только историка, но и политолога. Как два пути, знаете, говорят, есть эволюционный
и революционный. Как вы полагаете, Молдова все-таки по какому пути? По эволюционному. Так. Конечно, по эволюционному. Я вам скажу, вот я был и активно, так, в толпе, конечно, принимал участие во всех протестных акциях после Нового года. Правда? Да, буквально во всех. Ну, в принципе, наверное, во всех и до Нового года еще. И я вам скажу следующее. Я был тогда, правда, немножечко опоздал, потому что мне по телефону передали, когда 20 января избирали правительство, по-воровски, скажем, его избрали. Люди же не ожидали этого. Поэтому я тоже, между прочим, опоздал. Уже правительство было избрано. Вот. Но и люди были ужасно возмущены. И люди были очень возмущены и на последующих протестных акциях, уже после 20 января. Их было несколько до субботы, когда, или до воскресенья, когда на площадь вышло около, ну, наверное, в районе 100 тысяч человек. И вот людей я... было много, был мороз, но вот сам да, факт. Да, да, но вот я почему я вам хочу сказать, вот именно вы меня спросили как политолог. Вы понимаете, вот одно дело, еще раз говорю, социологические опросы, там, что говорят политики, какие у них настроения, но очень важно настроение людей. Я все-таки отталкиваюсь от настроений людей. И там на площади, и тех людей, с кем я общаюсь. Люди очень решительно настроены. Люди не хотят давать назад. И если лидеры оппозиции не используют вот этот протестный настрой большинства людей, ну, большинство, конечно, не выйдут на площадь. Вот, к сожалению, в этом смысле люди наши пассивны. Они не доверяют правительству, они считают, правительство действует во вред стране и народу, но активно проявить вот это вот свое недовольство в виде конкретного личного протеста на площади или где-то каким-то другим способом большинство людей не делают. Но те, кто выходят на площадь, те не хотят давать назад. Они хотят буквально выдавить это правительство. Но люди не хотят крови. Вот, смотрите, давайте с вами разберемся, что вы имеете в виду под эволюцией. Не революция, а эволюция. А вот люди не хотят крови, люди хотят без революция, насилия. Революция, как нас учили, это есть насильственное свержение смена, да. власти. Да? Эволюционный путь, он подразумевает, ну, в демократических странах, он подразумевает переход власти демократическими путями. Нет ничего более демократичного, чем выборы. Чем выборы. Да. Но выборы если, власть... если следовать вашей логике, что вы говорите о том, что все-таки это будет эволюционный путь, то получается, что все-таки вот это недовольство граждан, которых, ну, пусть будет под 90%, да, они сказали, да, что наверное, страна, так где-то, в районе 90%. Оно выльется, значит, в избрание других сил, новых сил. Ну, мы не будем сейчас гадать, кто да, конкретно. Это классическая форма эволюционного, да, эволюционной да. смены власти, да. Да. Вы полагаете, что по этому пути все-таки пойдет Молдова? И да. когда, самое главное? Да, да, вы правы. Людмила, очень хороший уточняющий вопрос. Потому что никто не хочет революции. Буквально никто. Ни власти, в первую очередь, ни лидеры протестного движения, да. те же Дадон, Усатый и Настасы, они постоянно говорят о том, что они хотят мирным, законным путем. И даже простые люди, которые несравненно более решительно настроены, я вам скажу, что в толпе есть разные люди, которые готовы пойти и на более решительные меры. Но все-таки большинство людей не хотят перейти к силовому воздействию на власть. Но, скажем так, вот люди хотят дойти до какой-то грани без давить на власть, но не перейти вот эту грань, то есть применив насилие. К примеру, что говорят люди? Я считаю, что так тоже надо действовать оппозиционным лидерам. Во-первых, все-таки придется, если мы хотим досрочных выборов, заблокировать государственные, мирно, но заблокировать государственные центральные учреждения. Это здание правительства, здание парламента. Естественно, надо пикетировать и другие здания. Секундочку, заблокировать или пикетировать? Я считаю, что заблокировать. Да. Понимаете? Но опять-таки, без насилия. Люди заблокировали выходы и входы. Угу. Всех впускать, никого не выпускать. Знаете, по старой формуле известной, да? Это один момент. Второй момент. Это не значит, что этих людей вот нужно давить на них психологически, политически. Я говорю о давлении со стороны народа.
надо работать с полицейскими. Между прочим, вот я беседовал со многими полицейскими, которые стояли в оцеплении. Вы знаете, я не встретил ни одного стража порядка, который бы относился отрицательно к протестующей толпе, к протестующим людям. Они говорят, что мы с вами, что мы симпатизируем вам. То есть полицейские симпатизируют. Мы к ним, когда обращаемся, говорим, вы же наши братья, наши дети, понимаете? Поэтому неужели вы будете против нас? Говорит, да вы что? Мы, говорит, с вами. Но мы выполняем свой долг. Мы, говорит, вас хотим охранять. Понимаете? Но полицейские при этом, конечно же, против беспорядков. Вот они они говорят, мы не допустим беспорядков. Значит, что остается? Необходимо с ними работать, необходимо их просто, ну, так по-братски. Вот знаете, вот есть такой принцип братания. Толпа должна побрататься с полицейскими и дальше, ну, я уже говорил, заблокировать все государственные, ну, центральные хорошо, государственные учреждения. Побратались. Дальше побратались. Что, в здание-то а не, дальше, в здание нет а смысла дальше. Заходить. Толпе ни в коем случае нельзя видеться. Заходить. Это, вот. Это даже вредно, не да. дай бог. Да. Но какая-то организованная часть вот, населения протестующего, включая полицейских, должны войти в это здание и, выразив мнение стоящего на площади народа, потребовать от власть придержащих уйти в отставку. Это один момент. Это один момент. Второй момент. До этого... Вот пока не заблокируют, а может быть и параллельно еще с этим, пока не заблокируют вот все государственные учреждения, необходимо осуществлять давление на ту часть депутатского корпуса, который поддерживает нынешнюю власть, включая так называемых предателей-перебежчиков от коммунистов, от либерал-демократов, которые голосовали за нынешнее правительство или готовы голосовать. Что я имею в виду? Устраивать пикеты. И возле их рабочих мест, и даже возле там, где они проживают. Понимаете? Осуществлять народное давление на этих людей, чтобы они поняли, что то, что они делают, это неправильно. Они утратили доверие народа, чтобы ни в коем случае эти люди не проголосовали за президента. И вот когда будет такое внешнее давление со стороны протестующих людей, а внутри парламента... Оппозиция будет давить, да, внутри парламента у них меньшинство, но моральная сила на стороне оппозиции, потому что оппозиция выражает мнение большинства народа. И вот это совместное давление вполне законно. Мы не переходим ту грань, за которую протесты принимают незаконную форму. Вот эти два, как бы, внутренний изнутри парламента. Я поняла, да. И внешний... Должны войти в резонанс, должны войти, они должны составить одно единое целое и не позволить избрать президента. И тогда будут досрочные выборы. Интересное. Но это не революция, это все-таки эволюционный путь. Я понимаю, да. Я понимаю, о чем вы хотите говорить, о чем вы сейчас, собственно говоря, какую мысль доносите до наших телезрителей. Резюмирую для себя и для них. Ну вот смотрите, вы говорите пикетировать, понятно. Ну президенту уже не очень вижу смысла, чтобы сейчас, нет, сейчас пикетировать. Наверное, надо. Тоже надо, надо, да? Потому что парламент, там как-то сложно разобраться, где кто сидит. Правительство как бы вроде делали. И потому мне, например, отчасти, ну не знаю, очень, наверное, даже вот понятно, почему основная ставка оппозиции делается на выборы президента. Потому что вот именно таким путем можно постараться добиться досрочных выборов. Ну, это самый единственный, короткий путь. Да, это на сегодняшний момент сегодняшний самый короткий день, путь. Да, этот путь самый короткий. Еще при хорошем раскладе, вот когда в программе принимал участие господин Пушкаш, он даже говорил, ну да, если вот как-то правильно разыграть эту карту, то можно даже добиться избрания президента всенародно будет. Но это уже несколько другая тема. Ну, Пушкаш юрист, ему виднее, да, можно, да, или нельзя, да, скажем, да, избрать законным всенародно. Способом, но да. В любом случае нельзя, наверное, ранее, чем до конца осени, потому что 6 месяцев этот законопроект или предложение должно обсуждаться в Конституционном суде,
а затем процедура смены Конституции тоже какое-то время. Ну да, там если голосуется в парламенте, и если одновременно со следующими парламентскими выборами, как говорил господин Пушкаш, поставить и значит, тогда вопрос, кто-то должен временно исполнять обязанности, да, вот эти месяца 8-9. То есть 8, поставить 9. Вопрос в отношении того, вы все, за всенародное избрание или нет, если народ говорит, да, мы за всенародное избрание. Но по всем опросам 90%, я понимаю, тоже за... Ну, вы же живете в Молдове, вы конечно. Понимаете, что когда был референдум 2010 года, тоже люди хотели избирать, но это то была другая другое. Песня. Вы да. знаете, я знаю. Осознанно не пошел на референдум, выразив тогда этим недоверие нынешней власти. Тогда выход на референдум в 2010 году было совсем другое, чем сегодня. Тогда выход на референдум означал одновременно и доверие нынешней власти. Тогда Филат был премьером, они не могли избрать долго президента. Да, да. Вот, а Гимпу был временно исполняющим. Ну что ж, я должен был тогда поддержать Гимпу и Филата, выйдя и дав свой голос. А сейчас совсем иная ситуация. Сейчас организация референдума одновременно означает не просто переизбрание власти, но одновременно сам факт референдума понимаю, означает недоверие да. нынешней власти. Не знала, что вы не ходили на референдум. Да, я осознанно не пошел. Я не стану сейчас с вами спорить. Хотя, на мой взгляд, эта тема интересная с референдумом. Если уже второй раз задается такой вопрос людям, то, наверное, уже очень хочется узнать, что на самом деле я думаю, юридически. И тогда, думает. Если бы вот идея референдума шла бы со стороны гражданского общества и оппозиционных партий, наверное, он бы состоялся тогда. А дело в том, что тогда значительная часть гражданского общества была против власти. Ну, была специфическая ситуация, тогда да. ситуация. Мы сейчас поговорили, как возможны досрочные выборы. Я вот предложила вариант, который мы обговорили с господином Пушкашем. Я хочу, вот, чтобы мы с вами спрогнозировали вот ситуацию. Да? То есть вот варианты, они есть, они просматриваются. Но пока вот дело не доходит до каких-то, я не знаю, юридических шагов в отношении досрочных выборов, что должна делать оппозиция, кроме того, что протестовать? Наверное, еще более активно протестовать. То есть все равно, вот вы видите, конечно. Как единственные а иначе как их убедить? Варианты. Ну вот как убедить Плохотнюка и компанию, что они не должны находиться и далее у кормушки, у которой они сами себя посадили? Ну, невозможно оторвать медведя от меда, если иногда приходится буквально хвост ему отрывать, понимаете, чтобы оттянуть его от корыта. Я понимаю, то есть вы считаете, что эта власть будет сопротивляться до последнего? Она будет сопротивляться при условии, что активность протеста не будет расти, не будет нарастать. А если протесты или в короткое время пойдут резко вверх, или сразу я сомневаюсь, что люди вот буквально в первый день возобновления протеста выйдут там 1070, навряд ли. Но если с каждым днем по 10, по 15 тысяч будут добавляться людей на площади, то за неделю мы эту власть выдавим. Понимаете? А вот, то есть все зависит в конечном итоге от людей. Вот если люди будут активны, то они... Во-первых, они поверят в собственные силы. И это будет и прецедент для будущей власти, которая не посмеет и далее издеваться над собственным народом, так как делали вот эти последние годы. В этом плане, я считаю, все зависит от людей. Будут люди достаточно активны, мы сумеем выдавить эту власть. Я говорю «мы», потому что я себя причисляю к этому народу. Если вот хочешь понять, что будет делать твой оппонент, то нужно поставить себя на его место. Вы так уверены, что вот протесты... Нет, не уверен. Да, а я вам сейчас задам вопрос другого рода. Что должна делать власть для того, чтобы это протестное движение, да, чтобы оно угасло, чтобы люди прекратили значит, доверять, да, выходить я и вам протестовать? Отвечу. Я вам отвечу. Вы понимаете? Вот нет, я, вопрос был в чем? Вот что, я если я бы себя поставила на место власти, я бы, знаете, что сделала? Я бы очень сильно... Прям вот рассорила лидеров оппозиции, и причем сделала бы это, ну, они, как, знаете... Они без власти удачно ссорятся друг с другом. А вы знаете, я иногда смотрю на это все и думаю, какой же метод выбрала власть, и потом понимаю, она потихонечку каждого из них компрометирует не действиями, да, она заставляет думать, что идут заигрывания с властью, да? Людмила, что вот твой оппонент, вот это а он заигрывает шанс. С властью. Но понимаете? Я считаю, что этот шанс
они не смогут реализовать, потому что поезд ушел уже. Уже настолько огромное недоверие к власти, что власть уже не способна кого-то скомпрометировать, кроме как продолжать компрометировать себя. Вот позвольте я несколько более отдаленно попытаюсь ответить на ваш вопрос. Давайте. Вы понимаете, любая иерархическая структура в обществе держится на двух принципах. Наверху ответственность, внизу доверие. Ответственность в обмен на доверие. Мы наверху, очень ответственные люди, и поэтому вы нам доверяете. Мы еще более ответственные, и мы меняем нашу ответственность, добросовестно работаем на вас. Вы с нами расплачиваетесь доверием. Мы внизу смотрим наверх, говорим, смотрите, какие это ответственные ребята. Мы им продолжаем, мы будем продолжать доверять. Мы отдаем им свое доверие, потому что они ответственны. Вы же понимаете, что уже много лет у нас этого нету. Нет. Это было, наверное, в первый срок правления Воронина, особенно первые года три. Вот этот принцип очень хорошо работал. Весь первый мандат, я бы даже сказала. Ну, до меморандума Козака, я бы так сказал. Потом хорошо. Оно пошло вниз. Да. Но не будем на эту тему дискутировать. Я бы даже сказал, что частично и во второй части мандата в каком-то смысле был элемент доверия и ответственности. Но с приходом этой власти очень быстро этот принцип вообще перестал работать. А последние несколько лет, особенно после скандала НПДУ рядом Мяско, да, то есть вообще вышла на поверхность вся аморальность и грязь вот этой власти, беспринципность, жадность, понимаете, полное игнорирование к человеческой жизни. Все это вышло на поверхность. Поэтому о каком доверии может идти речь? А после воровства миллиарда, то вообще не то, что доверия нету, а тотальное недоверие к этой власти и полная безответственность этой власти. Поэтому этот принцип не работает, значит, власть в этих условиях иначе, как насилием управлять эффективно, уже не может. Вы понимаете, если данный принцип ответственность взамен доверия, доверие взамен ответственности не работает, а он у нас не работает уже много лет, ни о каком принципиальном согласии в обществе, договоренности. Вы знаете, есть такое понятие, условно говоря, социальный договор между народом и избранниками. Речи быть не может. Эта власть не способна управлять. Понимаете? И, значит, чтобы оставаться и дальше у власти, а точнее у кормушки, потому что они используют власть в качестве кормушки для личного обогащения, в общем-то, им необходимо просто в крови подавить протестное вот движение. Даже я считаю, что только сценарий. Так. А пойти на силовое подавление, вы знаете, я считаю, что это безвольные люди. Они умеют только обманывать, крутиться, вертеться, воровать. Но для того, чтобы подавить в крови массовое народное движение, здесь нужна еще и воля. Не только беспринципность, не только полное презрение к собственному народу, понимаете? Но тут должна быть железная воля. Такой воли я не думаю, что кто-то из них обладает. Хорошо, тогда я задам еще более уточняющий вопрос. Вот смотрите, при всем при том, что говорят, что вот власть, у власти нет доверия, да? К власти нет. К власти, да. Нет никакого доверия ни к президенту, ни к парламенту, да вообще никому. Ни к правительству. Все, но, на мой взгляд, все-таки они себя чувствуют не так уж и не уверенно. Да нет, не скажу. Не скажете. Нет, они просто сейчас думают уже, что давление спало, пар вышел, ничего подобного. Вы вспомните 20 января, когда они выходили из здания парламента, какие они были растерянные, подавленные, какие они были деморализованы полностью. Они как крысы бежали оттуда. А мне рассказывали знакомые ребята, представители оппозиции, которые в это время тоже находились в парламенте, когда главные крысы типа Филиппа и кто там еще, Канду, грубо говоря, слиняли, понимаете, какими-то черными ходами, бог знает, пока еще толпа не успела окружить парламент, потому что людей-то было еще мало. Вот. А оставшиеся
не могли выйти оттуда. Так они говорят, они были в полной прострации, понимаете? Это просто сейчас они чуть-чуть очухались, и они сами себя успокаивают, что все хорошо, ничего хорошего для них. Если они не уйдут добровольно, они кончат хуже Филата, понимаете? Во-первых, они сядут в тюрьму, во-вторых, у них конфискуют имущество. У людей, между прочим, у протестующих, и у тех, кто не протестует, а дома на кухне критикует власть, а таких большинство, к сожалению, в нашей стране. Так вот, у этих людей настроение на то, чтобы конфисковать их имущество и перевести его в государственную собственность, создав для этого первоначальные какие-то средства для того, чтобы развивать дальше. Я понимаю, я по-прежнему власть, я не могу сказать, что она вот в такой, как будто вы сейчас полагаете, что она в растерянности, тем не менее, они предпринимают определенного... Сейчас нет, да. Они думают, да. Еще раз говорю, Людмила, знаете, я говорю, они думают, как только выйдут на площадь 50-70 тысяч людей, вы посмотрите, как они себя будут вести. Я посмотрю, да? Конечно. Потому что я видела уже, когда выходили 50-70 тысяч людей. Но я о чем сейчас говорю? Что вот такая позиция власти, она связана с тем, что они чувствуют поддержку. И вот сейчас да, я хочу, согласен да, с вами. Да, вот я об этом сейчас и хочу от вас услышать. Вот как вы эту поддержку можете охарактеризовать? От кого она и насколько она сильна? Это не секрет, конечно. Да. Это поддержка со стороны Запада, Евросоюза, Соединенных Штатов. Естественно, она еще есть, но она значительно ослабла по сравнению с тем, что было в прошлые годы. И со стороны МВФ пока нет... То есть доверия к ним уже исчерпан. Он, в принципе, на нуле. Вы понимаете, их просто держат, потому что понимают, что в случае их как бы продолжают в каком-то смысле морально-политическом поддерживать, возможно, и в финансовом плане их поддержат тоже. Но, во-первых, не в тех объемах, как это было до сих пор. Это один момент. Это поддержка. Если будет, то она будет меньше. Во-вторых, в общем-то, они их продолжают поддерживать, это все знают. Только из боязни, что к власти в случае досрочных выборов придут левые, да. Ну, как они считают, западные деятели, пророссийские силы. То есть мы знаем, что они сукины дети, понимаете? Но это все-таки наши сукины дети. И нам некем их заменить. Потому что те люди, которые находятся в оппозиции нынешней власти, но стоят на правых позициях и фактически поддерживают ту идейно-политическую программу, которая... декларируют нынешнее правительство, так называемую евроинтеграцию, эти силы тоже не наберут серьезного результата на выборах, они окажутся в меньшинстве. И вот по последнему опросу те силы правые, платформа «Да» и партия «Майи Санду», они набирают треть голосов проходных в парламент. Социалисты и партия Усатова набирают две трети голосов, понимаете? Поэтому вот Запад только по этим причинам их поддержит. Но поддержка эта явно иссякает. И вы понимаете, у Запада есть более серьезные проблемы и заботы, чем Молдавия. В конце концов, есть Сирия, сегодня есть Украина, есть другие горячие точки. И, в общем-то, я не думаю, что они бросят все силы. Это просто вопрос времени, вы полагаете. Я считаю, что это вопрос не такого уже отдаленного будущего, когда все станет ясно. И еще один момент. Вы знаете, есть только одна страна, которая может, в принципе, применить насилие против нас. И это будет в каком-то смысле даже закон. И когда я говорю против нас, я имею в виду против народа нашей республики, против протестующих в первую очередь. Это Румыния. Потому что по соглашению с румынами, в общем-то, их жандармерия, их карабинеры, их даже армия по призыву нашего правительства может вмешаться, для того, чтобы навести, я закавычиваю это, навести порядок. То есть вы тоже один из тех, кто считает, что наш премьер, вы все время отвечаете, не дослушав никогда весь вопрос. Извините. То есть вы считаете, что премьер, когда был со своим первым визитом, он все-таки обсуждал этот вопрос? Ну так, в средствах массовой информации да, об этом писали. Потом как бы говорили, что нет, это неправда, опровергали, но вы все-таки верите в эту версию. Есть же договоренности между Министерством внутренних дел, хорошо. Министерством обороны. Да, я поняла. Еще это несколько лет назад подписаны эти договоры. Это еще и вопрос, да, вот доверия ко всей информации, которая к нам поступает. Вы затронули сейчас тему Бухареста, а я ее продолжу только с другой стороны.
Людмила, вот я то, о чем мы говорим, да, добавлю. Конечно, делать одолжение. То, о чем вот на сегодняшний день говорят те, кого принято называть государственники, сводится к одному слову. Они говорят об опасности усиления унионистских тенденций в стране. Вот мне интересна ваша позиция. Как вы считаете, они не преувеличивают эту опасность? И почему? Я не думаю, что она преувеличена. Ну, во-первых, то есть вы верите в этот план, в мире 2018, ну, во-первых, например? Во-первых, я считаю так, что мирным, законным, демократическим путем никогда унирия не произойдет. Как бы сильно нынешние власти не дискредитировали саму идею молдавской государственности, как бы сильно не проводили они агитацию, как бы сильно через посредство школьных учебников, масс-медиа не проводили идею румынизма и унионизма. Я не думаю, что на генетическом уровне еще долгие десятилетия молдаване добровольно не откажутся от своей государственности и не войдут в состав румынского государства. Скорее всего, тут расчет на другое. Довести социально-экономическую, политическую ситуацию в республике до полного беспредела, до хаоса, до неисполнения законности, до доведения до того, когда государство не будет исполнять свои функции. И будет элементарно, когда вы просто будете бояться выйти на улицу, понимаете? И тогда вот в этих условиях какая-то иностранная интервенция вам покажется благом, потому что уж лучше иностранная оккупация, но порядок законный под крышей Евросоюза, чем бандитский беспредел, например, понимаете? Вот я думаю, что до такого не дойдет, потому что мы эту власть раньше уберем. Но если мы не уберем ее в обозримом будущем, мне сложно сказать. Наверное, речь идет от нескольких недель до нескольких месяцев, вот этот срок, когда мы должны убрать эту власть, когда мы должны убрать эту власть или, скажем, выдавить ее. Вот. Но если этого не произойдет, то эта власть доведет нашу страну до полного хаоса, до ливанизации или до сомализации республики, когда просто правительство не будет, власть правительства будет в рамках, как говорит в Москве, Садового кольца осуществляться, понимаете? Mm-hmm. То есть, вот, и когда, в принципе, государственные органы, государственные институты не будут вообще работать, они сейчас плохо работают, очень плохо, они хорошо работают только для какого-то незначительного меньшинства, вот. А тогда они вообще работать не будут. И вот в таком... Я думаю, что до такого мы не должны допустить. Я уверен, что мы не допустим. То есть вы полагаете, что если к власти придут левые силы, да, то им удастся все-таки вектор повернуть? Вы знаете, и внутреннего, сторону, и внешнего, да, развития. Если они хотят, чтобы было государство. Чтобы Молдова и далее оставалась независимым государством. У нас есть страна, которая называется Молдова. И у нас есть государство, у которого есть официальное имя – Республика Молдова. Mm-hmm. Вот если они хотят, чтобы Молдова как страна и Республика Молдова как государство и далее существовали, то они должны прийти к власти и исполнять свои обязанности в интересах, в общем-то, большинства этого населения. И очень важный еще вопрос. Он действительно важный, потому что от фамилии этого человека, как утверждают очень многие политологи, зависит в этой стране очень много. Вот президентские выборы. Кто будет свою кандидатуру, и будет ли это Влад Плохотнюк? Ну, если это будет в парламенте... Но согласитесь, что от этого очень многое зависит. Да, если это будет проходить в парламенте... Это, скорее всего, будет, на мой взгляд, все-таки проходить... Попытка 100% будет предпринята. Конечно, в этом никто... Так мы только об этом сегодня и говорили с вами. И, по-моему, в предыдущих передачах с другими приглашенными вы тоже на эту тему постоянно говорите. Потому что об этом вы правильно отметили, все говорят. Я думаю, что наверняка будет предпринята попытка избрать Плохотнюка президентом. То есть он все-таки будет пытаться? Вы знаете, лично мне кажется, предположим, назначат на должность президента еще одну немую утку, вот как последний у нас 4 года был Тимофти, да, ничего не решающий, легко управляемый, манипулируемый.
Но в любом случае есть ситуации, когда надо самому железной рукой или авторитетной рукой выправлять ситуацию. Таким человеком, способным управлять страной в своих интересах, является только Плохотнюк. Кого бы другого ни назначили, он не будет в интересах Плохотнюка делать дело так же хорошо, как сам Плохотнюк. Понимаете? Вот исходя из этой логики, Плохотнюк, конечно, попытается себя сделать президентом. Ну, я не думаю, что есть какие-то проблемы. А если исходить из предыдущего опыта, что хотел стать премьером, не удалось? А так вот о чем вот к этому мы идем. Не удалось, потому что его не назначил, не предложил нынешний президент или, скажем, человек, который считается президентом, его трудно назвать президентом. Понимаете, но тогда была другая ситуация. Во-первых, Тимофти, я думаю, его бы предложил бы, я так думаю, если бы Плохотнюк не перегнул палку. Ведь было возбуждено уголовное дело против его сына, против членов его семьи. Тимофти начали шантажировать, угрожать. Он не стал открывать, как говорится, детали, в чем состоял этот шантаж. Но я думаю, что всем ясно. В первую очередь, видимо, давили на семью, на его отцовские чувства. Я так думаю, что в первую очередь на это. Потому что сам Тимофти... В принципе, его не за что наказывать, если не учитывать его советские подвиги, его славное прошлое, когда он сажал в дурдом людей по политическим мотивам. В общем-то, за что, в принципе, это считается преступлением против человечности, не имеющего срока давности. И понятно, подпадает, да, в общем-то, Тимофти свободно под международное уголовное законодательство. Но я не думаю, что его этим шантажировали. Скорее всего, сыном. Вот здесь Плохотнюк однозначно перегнул палку. И Тимофти, естественно, повел себя соответствующим образом. Сейчас же Тимофти ничего не решает. Сейчас же парламент избирает президента. Набрать нужное количество голосов, перекупив еще несколько человек, я не думаю, что сегодня это составляет проблему. Угу. Ведь мы с вами с этого и начали же передачу, чтобы не допустить это, а в этом все уверены, что Плохотнюк это может сделать. Необходимо давление не только изнутри парламента, а в первую очередь... Вы считаете, что да. И вот это единственный шанс не дать Плохотнюку стать президентом. Но хорошо, а какая разница для меня или для вас, будет Плохотнюк или Попко сидеть вместо него? Скажем так, чтобы снизить степень недовольства, выдвигают какую-то ничего не значащую фигуру, типа эрзац-президент, этот Функ, по-моему, фирма «Рога и копыта», да? Да, но... Ну и какая разница мне? Ну, на мой взгляд, все-таки есть разница между тем, будет ли это Плохотнюк, либо это будет другой человек. Для страны это даже, наверное, хуже, если будет другой. Вот так вот. Я считаю, что так. А почему? Ну, потому что это будет какая-то более скрытая форма захвата. Если будет Плохотнюк, это будет уже вообще откровенный захват государства. Всем будет понятно, кто за что отвечает, кто что контролирует. А так он формально все равно будет оставаться в тени. Угу. Понимаете, ответственность как бы формально юридическая не на нем будет. И в каком-то смысле это будет снижать накал протестов. Но в любом случае этой власти, мы же уже говорили, эта власть не пользуется доверием снизу вверх. Вот этот принцип нарушен. Доверие в обмен на ответственность. В любом случае власть будет безответственная. Народ ей доверять не будет. Поэтому нет у них перспектив. Вы понимаете, вот как в той басне Крылова, когда меняли местами музыкантов. Ну, поменяют они одну полку на другую. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты. Не годитесь. Вы про это, да? Я про это. Ой, интересно, у нас с вами беседа получилась. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, насколько сбываются прогнозы, которые вы делали, и я, о которых говорила. Будем надеяться все-таки, что ситуация до критической отметки, да, еще раз повторяю, она не дойдет. Спасибо вам за приглашение. И хочу сказать по поводу прогнозов. Мои слишком как бы такие решительные, смелые прогнозы о том, что нам удастся эту власть выдавить. Да. Они наверное, смелые. Слишком смелые, да. Конечно. Но я надеюсь, что если мы хотим выжить, просто другого варианта нет. Тут еще, понимаете, как, вот вы все время говорите, если люди, если удастся, если выйдут, вот эти, ну, естественно, если. Естественно, это если, да, оно, вот к сожалению, если. Существует. Это, на мой взгляд, было ключевое слово, да, в ваших размышлениях. Благодарю вас. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно», я желаю вам всего самого доброго. До свидания.